Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Samsung Galaxy Z Fold 6. И сейчас я покажу вам, как поменять рингтон. Итак, мы открываем настройки и проходим в раздел «Звук и вибрации». И выбираем «Мелодия звонка». И здесь мы можем выбрать уже любой рингтон из системных, либо нажать на плюсик и выбрать что-то из нашей музыки на устройстве. На этом все. Спасибо за просмотры. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.